Серебряную награду и второе место привезли сотрудники инспекции по маломерным судам МЧС России с федерального чемпионата по водно-моторным соревнованиям. В течение 3 дней спасатели демонстрировали свои навыки и умения по спасению людей на воде и оказанию первой помощи терпящим бедствия. Уступила наша команда лишь сборной Республики Алтай. В принципе, от водоема мало что зависит. Это, как всегда, должна быть профессиональная подготовка участников соревнований, непосредственно инспекторов ГЕМС, которые как бы должны уметь управлять плавсредствами независимо от водоема, чтобы оказать ту или иную помощь, которую терпят бедствия на воде люди. Что касается команд, конечно, все команды были подготовлены, они представляют собой тот или иной федеральный округ, и, соответственно, чтобы представлять федеральный округ, нужно быть лучшим среди субъектов. В последний день чемпионата инспекторы ГИМС соревновались в командной эстафете. Она включала спасение пострадавшего на воде, его транспортировку на весельной лодке, а затем на катере. После чего эстафетную палочку в виде спасательного круга необходимо было передать следующему члену команды, который на гидроцикле проходил маршрут змейкой. Последний участник доставил палочку на пирс. Учитывалось время прохождения трассы и штрафные баллы. Реальных спасательных операций в этом году было немного. Погода уберегла жителей региона от неосмотрительного поведения. Поэтому тренироваться пришлось дополнительно, в плюсе. Возможность показать свое мастерство на уровне Российской Федерации, потому что участвуют лучшие команды из федеральных округов и, конечно же, общение с коллегами. Практики, я считаю, что недостаточно. Чтобы добиваться результата, надо, конечно же, готовиться и морально, и психологически, и, соответственно, в практике. Мы готовились на протяжении месяца. В прошлом году, напомним, состязания проходили в Ярославской области, и тогда нашим землякам удалось завоевать первое место. В следующем году, по возможности, успех обещали повторить. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.